Игруля, малышуля. Значит так, Рекс хочет, чтобы мы украли телескоп из обсерватории. Понял, Рекс увлекается астрологией? Ха, это не Рексу нужно, а старикану. Забыл, что ли? А, точно. Старикану? Ну, чего ты ждешь-то? Ты прихватил отбойный молоток со стройки? Используй его! Ты что, веришь в астрологию? Нет, наверное, потому что я родился под знаком рыб. Отлично, я отгоню грузовик. Теперь надо подлатать кран. Возможно, я его раздолбал чуток по пути сюда. Гляди в оба! Засечешь кого? Растолкуем, что почем. Джимми тренировался, как я погляжу, а я тем временем починил этот кусок металлолома. Сомневаюсь, что мы сможем протиснуться с телескопом через парадный вход. Закрепи этот щиток с пробками как следует. Он подключен к куполу! Осталось только перетащить этот телескоп на грузовик, и дело в шляпе. Двигай, залезай в кран. Крепи его сзади на платформе. Трубой назад. Так мы засечем копов до того, как они выйдут из участка. Порядок. Теперь залезаем в грузовик. Принято.
уже доставили. Только что... Превосходно. Единственное, что нам нужно, пароль от этой штуковины профессора. Я поработаю над ним. Не надо. Мои люди нашли, наконец-то, нужный нам рычаг. Ух, пардон. Просто это смешно. Босс, ваша веб-камера опять не под тем углом? Что? Вот Дэдсон, это техника. И голос у вас смешной. Я перезвоню. Профессор? Наверное, это они про Ковальски. Удача явно повернулась ко мне лицом. На этом грузовике приехал лазутчик. Ого, по-моему, меня раскрыли. Он должен быть где-то здесь. Найдите его! Фух, а ведь почти. Вот это подлянка! Покажи, чего стоишь? Сколько можно? Да что ж ты будешь делать? А ты хочешь по-плохому? У тебя ни единого танта! У тебя ни единого танта! Несправедливо! Надеюсь, в этот раз обойдемся без гигантских вентиляторов. Уф! Только обычные лазерные пушки! Ха-ха-ха!
вращающиеся энергоштуковины! Сдается мне, что шахта это ведет в гигантскую печь!